Это «Голос», сезон номер 6. Слепые прослушивания. Здравствуйте, меня зовут Артем Уланов, мне 41 год, город Санкт-Петербург. Мама – это единственный человек, который с самого детства поддерживал всех моих музыкальных начинаниях. Когда мы приезжали на юг, пока мама стояла в очереди там где-нибудь в Сочи в столовой, ребенок сидел и самопроизвольно пел, и люди уже давали яблоки, конфеты. В общем, мама приходила, а тут уже полный стол еды, и все довольны. Я люблю ломать штампы, я люблю выделяться, и люблю, когда это делают другие. Мне среди таких людей комфортно. Пока я ехал, я в глазах прохожих прочитал все, что возможно. И санитар, и дурак, и медработник, и рабочий. И, в общем, но почему он с гитарой, абсолютно непонятно, поэтому я доволен. Мне в белом комфортно. Может быть, он меня немножко полнит, но от этого мне хуже не становится. Зажги. Здравствуйте. К сожалению, было пророческим, что никто не услышит. Небрачный сын Шахрина. Так я и знал. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Артем Уланов. Мне 41 год, я из Санкт-Петербурга. Круто! Спасибо большое за выбор композиции. Мы все получили удовольствие, вспомнили. Даже там орали. Я не знаю, слышно было. Уральскую антологию. Так вы бы орали меньше, да поворачивались бы. Молодец. Ответ изящный. Такая композиция, знаете ли, она провоцирует на совместное песнопение. Вот мы и спровоцированы были вами, собственно. Спасибо. Но мы сидели и пели, и кайфовали. Но, во всяком случае, руки вашей Пелагеи я видел. Это приятно. Махали? Они махали. Спасибо за эту песню, потому что... Ну, это здесь редко звучит, на самом деле. Практически никто это не берет. И вам привет! А вы хотели нас, видимо, порадовать и себя заодно. Вы нас так порадовали. Ну, у меня просто и голос, и душа поет под нее, поэтому... Спасибо вам большое. Спасибо, что и наши души тоже... Да спели бы уже все вместе этот куплет с припевом, чё вы? Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы не повернулись так, чувак. Ой-о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 й
Слушайте, для меня это шедевральный день. Дима... Браво. Они его оставят в проекте. Круто, очень круто. Слушайте, ну, с Петю и с Димой Биланом это дорого стоит. Спасибо. Спасибо, Пелагея. Теперь вариантов нет. Ой-ой. Очень душевно. Очень круто было. Чувак, ну с градскими ты не стал делом. Понимаешь, когда я тебя первый согласен, Дмитрий. Раз, когда я первый раз тебя увидел со спины здесь проходящим, я думал, карапуз у кого-то убежал. Лет 40 назад. Когда ты вышел, шоу, вот устроил шоу, от тебя идет свет. Это дорогого стоит. Мне печально, что ты не в проекте. Спасибо большое. Спасибо. Это было филигранно, шикарно, очень тонко, со вкусом. Благодарю. Спасибо, я получил большое удовольствие от работы со всей командой. И телезрители, я думаю, тоже. Спасибо огромное. Спасибо. Счастливо. До встречи в Питере.